помощью пожарных серебристая «десятка» встает на колеса. ДТП с опрокидыванием машины произошло на, казалось бы, не аварийном, спокойном перекрестке у театра юного зрителя. Около 5 часов вечера на пересечении проспекта 30-летия Победы с улицы Братской столкнулись два близнеца – серебристые «Лады» 10-й модели. Водитель автомашины ВАЗ-2110 на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу автомобилю. Также ВАЗ-2110 совершил с ним столкновение, после чего перевернулась и оказалась на крыше. За управлением находилась женщина 1983 года рождения, по предварительным данным, без признаков алкогольного опьянения. По данным госавтоинспекторов, женщина двигалась по Братской улице со стороны Чайки. На перекрестке в ее автомобиль врезалась десятка, проезжавшая по главной дороге от проспекта Мира в сторону обелиска Победы. От бокового удара машина виновницы ДТП перевернулась, а второй автомобиль залетел в кусты на площадке у Победы 15. В момент столкновения в перевернувшейся машине, кроме водителя, находилась 12-летняя девочка. Участники аварии отделались сравнительно легко, спасли ремни безопасности. Вреда здоровью нет, что у ребенка, что у виновницы. Единственный пострадал второй участник ДТП. Назначим судебно-медицинскую экспертизу, вред здоровью определим. Это ДТП стало 20-м с начала года, в котором пострадал человек. Всего же в авариях на дорогах Заречного в 2015 году травмы различной степени тяжести получили 24 горожанина. В прошлом году за такой же период было зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 36 человек. Станислав Корякин, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный».